По словам работников Кугейского СПК «Победа», на захват их предприятия нацелилась группа компаний «Доминант», которая уже стала владельцем хозяйства «Ленинское знамя» в селе Круглое. Вот договор простого товарищества, который они написали нам о слиянии СПК «Победа» и с «Ленинским знаменем». Видите, вот. Два предприятия, которых вроде бы огромных таких, помещаются на двух листах, вы сами понимаете, что это. То есть слияние таких махин, как у наша, да, там вот, с нашим землей, с нашей птицефабрикой, с нашими вот, всеми имуществом нашим. То есть это тоже понятно, что. Сельчане утверждают, что агрессивные действия по отношению к их хозяйству в основном начались вместе с увольнением бывшего председателя СПК Андрея Бельгина. Сегодня представители чужого предприятия постоянно присутствуют в бухгалтерии, отделе кадров, рядом с агрономами. Наше новое руководство говорит о том, что мы не способны по долгам платить фирмам и всем остальным. Почему? Потому что у нас большой долг, 250 миллионов. Вот. Появилось такое предприятие, как «Ленинское знамя», которое говорит, что мы все вопросы у вас и будем решать. Работники СПК «Победа» хотят сохранить целостность хозяйства и уверены, что смогут не только обеспечивать себя сами, но и погасить непонятно как образовавшиеся долги. У нас оборот денег за прошлый год составлял 600 миллионов. То есть 250 миллионов, как говорится, подпоясать свои пояса мы можем и выплатить это. Да, это очень сложно, это ни одного дня. Дело, конечно, ну, с другой стороны, все это возможно. Однако, по словам временно исполняющей обязанности главного бухгалтера хозяйства Тамары Кравченко, чтобы чего-то добиться, односельчане должны проявить решительность. Какой выход из ситуации? Вы как? Только спасать колхоз и все, но не идти под доминантов. И собрать наше внеочередное собрание наших колхозников и поставить вопрос. Убрать, значит, о выборе другого председателя, другую счетную комиссию и других этих специалистов. Вообще у работников накопилось множество серьезных вопросов к руководству и главным специалистам. Потому что руководство наше как-то быстро очень так рассосалось. Очень много вопросов. Значит, первый вопрос – это по имущественным паям у нас. Пропали имущественные пая всех членов СПК «Победа» полностью. Ни у кого нет ни одного имущественного пая. Самый главный вопрос – это, из СПК «Победа» выведены почти 900 гектар земли. И на этот вопрос мы бы хотели услышать… А когда это произошло? Наверное, в течение 10 лет. Впрочем, ответы на некоторые вопросы сельчане вместе с нашей съемочной группой смогли получить уже сегодня у исполняющего обязанности председателя СПК «Победа» Вячеслава Понятовского. Мы должны как минимум написать заявление. Разберитесь, пожалуйста. С кассы было получено 22 миллиона на такое-то, такое-то количество земли. На колхозной, даже вот выписка с ЕГРУ там, или ЕГРЮ, у нас числится столько-то. Где остальное? Все, что мы должны сделать, чтобы люди занялись этим вопросом. Подвинутся архивы, подвинутся бухгалтерия, подвинется все и начнется процесс. На один из самых волнующих вопросов об угрозе слияния с другим предприятием Вячеслав Понятовский ответил следующее. Нет, слияния нету как такового и не может оно быть по структуре нашего хозяйства, так как мы СПК «Победа». То есть ни члены правления, ни председатель не могут такие принимать решения. То есть был подписан договор, принято решение членами правления в том, что происходит сейчас у нас, простое товарищество. При этом Вячеслав Понятовский заверил, что договор о совместной деятельности имеет ограниченный срок действия. То, что нам сейчас «Ленинское знамя» помогает вести текущую деятельность. У нас посеяна сахарная свекла, там, вот, обрабатывать, давать удобрения, то, что сейчас происходит. Вот с заработной платой, да, это вопросов нет, они затянули, конкретно затянули, обещали еще ее выплатить в промежутках между праздниками. Почему же партнеры так стремятся помогать и опекать СПК «Победа»? Исполняющий обязанности председателя пояснил, у кугейцев будет урожай сахарной свеклы, в котором заинтересованы владельцы «Доминанта», чтобы обеспечить бесперебойную работу своих сахарных заводов. Мы хотим, чтобы наше село осталось, как и прежде, чтобы мы работали самостоятельно, чтобы жили мы здесь все, и чтобы осталось наше село, как и прежде, чтобы всем было здесь хорошо, и нам без этих «Доминантов». У нас был этот колхоз, наш был самый передовой,
самый передовой в районе. Как можно было передовой колхоз посадить в яму? Мы этого не понимаем. Мы просим районное, областное, какое там руководство, я не знаю, прокуратуру, чтобы приехали и разобрались в этом бесчинстве. Остается добавить, что ответы на многие оставшиеся вопросы сельчане надеются услышать на общем собрании работников СПК «Победа», которое запланировано на 30 мая. Татьяна Иващенко, Александр Кучец, Азов.Инфо.